Привет всем! Сегодня сделаю обзор на газетку. Газетка, так сказать, журнал. Это Панорама ТВ. Очень, мне кажется, редко можно встретить панораму с Кристиной на обложке. Вот у меня есть одна. Недавно, так сказать, вышедшая. Это 2011 год. Вот, давайте посмотрим. В принципе, ну, наверняка многие из вас покупают данную газетку, потому что в ней есть программа телепередач. Вот. Сейчас попытаемся быстренько найти Кристину. В принципе, здесь вряд ли еще что-нибудь интересненькое будет. Вот. Ну, вот так вот у нас звучит заголовок. Здесь у нас картинка из бурлеска. Здесь бывший ее муж, парфюмерия, Кристина такая здесь пухленькая. Ну, в хорошем смысле. Вот, но в принципе больше здесь ничего и нет. Вот такая статейка. Кристина на обложке. В принципе, наверняка у вас есть данная газетка. Причем она стоит сравнительно дорого, рублей 20-30. Вот, надеюсь, вам понравился данный обзор, не буду лишнего говорить, как бы, огромное спасибо за внимание и пока-пока.